Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость короткая и будет касаться вопросов выплаты дивидендов. Минфин России рассмотрел ситуацию, когда дивиденды выплачивались за счет кредита. В данном случае Минфин указал, что расходы по данному кредиту, а именно проценты, могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль. Здесь замечу, что в данном случае Минфин России, по сути дела, повторяет позицию, которая ранее высказывалась в судебной практике, а именно высшим арбитражным судом. Но это письмо важно тем, что Минфин подтвердил, что в такой ситуации он будет придерживаться позиции высшего арбитражного суда. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.